Задание для развития мелкой... Выбери задание, а затем распечатай. 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 Играть. Знакомство. Кто что? Это совок. В него собирают мусор с пола. Это чашка. Из нее пьют водичку, компот или молочко. Это мочалка. Мочалкой вытирают крошки и мусор со стола. Это стол. Сверху он ровный и гладкий. Это поднос. На нем переносят еду. Это плита. У нее есть конфорки. Это скалка. У нее есть две ручки. Это банка. Она может быть большой или маленькой. Это салфетки. Их делают из тонкой бумаги. Это солонка. Она может разбиться. Это полотенце. Им вытирают посуду. Это мыло. Из него делают мыльные пузыри. Это чайник. В нем греют воду. Это кухонная доска. Она ровная и гладкая. Это термос. В нем носят горячий чай или компот. Это скатерть. На ней красивый рисунок. Это кран. Из него течет водичка. Это половник. У него длинная ручка. Это миска. В нее помещается много еды. Это сахарница. Она разобьется, если упадет. Это графин. Он прозрачный. Это стул. У него есть спинка и сиденье. Это венчик для взбивания. Его широкую часть опускают в еду и быстро перемешивают. Это стакан. У него есть дно и стеночки. Это вилка. Вилкой накалывают еду и кладут в ротик. Это сковорода. Она очень горячая, когда в ней готовят. Это шкаф. У него есть дверцы. Это мелкая тарелка. У нее есть края. Это веник. Им подметают пол. Это холодильник. В нем лежит еда. Это ведро для мусора. У него есть дно и стеночки. Это умывальник. В нем моют посуду. Это нож. У него есть ручка. За нее держат, чтобы не поранить руку. Это тарелка. Она круглая и глубокая. Это хлебница. У нее есть донышко, стенки и дверца. Это мясорубка. У нее внутри много маленьких ножей, которые мелко режут еду. Это ложка. Она твердая.
Это кастрюля. Она может быть большой или маленькой. Это дуршлаг. В него высыпают еду, чтобы стекла водичка. Это блюдце. Оно может разбиться, если упадет. Это спички. Они лежат в коробочке. Что кушает коровка? Трава, яблоко, комар. Правильно. Найди еду, которую кушает гусь. Семечки, травка, семечки кушает мышка. Жучков ест ежик. Червячков кушает ежик. Молодец. Что кушает ослик? Жучков любит петушок. Молодец. Найди еду, которую кушает мишка. Бананы любит обезьянка. Нектар из цветочков ест бабочка. Желуди ест белочка. Молодец. Покажи, что ест овечка. Семечки кушает воробышек. Правильно. Это ведро для мусора. Оно легкое. Это солонка. Из нее берут соль, когда нужно посолить еду. Это скатерть. На ней красивый рисунок. Это чашка. Она может разбиться, если упадет. Это графин. В нем держат воду для питья. Это ложка. У нее длинная ручка. Это мочалка. Мочалкой моют посуду. Это тарелка. У нее есть бортики. Это совок. Он легкий. Это вилка. Вилкой накалывают еду и кладут в ротик. Это холодильник. У него есть дверца и полочки. Это шкаф. В нем много полочек. Это мясорубка. У нее внутри много маленьких ножей, которые мелко режут еду. Это полотенце. Оно мягкое и хорошо вытирает воду. Это блюдце. Оно круглое. Это стул. На нем сидят. Это кастрюля. Она может быть большой или маленькой. Это кран. Из него течет водичка. Это нож. У него есть ручка. За нее держат, чтобы не поранить руку. Это умывальник. В нем моют посуду. Это мелкая тарелка. Она может разбиться, если упадет. Это хлебница. В ней хранят хлеб. Это спички. Они лежат в коробочке.